Всем доброго денечка. Еще даже то, что привезла из Челябинска, что мне Люба прислала, не все разобрала. И вот докопалась до наволочек. Вот такие наволочки. Это тут типа морда волка. Так вот положу. Вот она, морда волка. А здесь с лошадками. Сейчас их открою. О, Шейхунька игрушку забрал. Все, распаковала все наволочки. Вот все они с лошадками. То есть одна только с волком, остальные все вот с разными картинами лошадей всех цветов и оттенков. И сейчас нужно будет их наполнить. Но тут фея, конечно, говорит, мое. Подожди, надо их набить хоть чем-нибудь. И сейчас подумаю, чем их набить. То есть, в принципе, такая расцветочка благородненькая. В принципе, ко всему подойдет. И что? Вы ждете подушки, да? Все, набила я их. Набила. Так. Так вот, выкладываю. Господи. Фу. Набила поролоновой крошкой. Набивку сделала разную по пухлости. Посмотреть просто, как это вообще поролоновая крошка будет себя вести. Держите. Вот вам раз подушка. Подушки очень эти плотные наволочки. Поэтому их можно и на пол будет бросать, на них садиться. И потом в баню можно будет утащить. И как объяснили, что эта поролоновая крошка также хорошо и стирается. Попробую одну потом постирать в стиральной машинке. И посмотрю, как это все будет себя вести. Вот это вот плотненько прям набило. Единственная поролоновая крошка, вот эта для набивки, очень сильно электризуется. Прям вообще караул. Че? О, Буся свинью добыл. Все. Будем хрюкать просто до умопомрачения, да? Ее Саша положила в корма. А в кормах вон она низко, она найдет. Я сегодня видела, думаю, надо перепрятать свинью. Не успела. Так что вот такие вот 6 подушек получились. Сейчас, конечно, я их обратно на диван положу. Но пусть эти товарищи порадуются. Вон уже пошел таскать подушку. А, у него там вкусняшка. Он уже себе царское ложе делает. На подушечке вкусняшечка, все хорошо. Опей ему кусики, макусики. Так что вот, продолжаю разгребать вещи и пытаться создать тут все по-своему. Всем хорошего дня, прекрасного настроения и всего самого лучшего.